Финальную репетицию перед выходом на сцену 7-летний Николай Плеханов проводит в библиотеке. Мальчик любитель почитать на досуге. Сейчас он увлечен мифами Древней Греции, ну а любимый персонаж – Геракл. Геракл – он боец, он самый сильный, он бессмертный, и он потом стал богом. Из русских сказок «Иван – крестьянский сын». Николай читал отрывок из этого фольклорного произведения на фестивале «Хрустальный петушок» и одержал победу. Сегодня он бороться за призы не будет, мальчик выступает вне конкурса. Спасибо, друзья! Без вас бы я не справился! Конкурсанты – ученики 15-й гимназии. Спектакли они ставили на основе произведений отечественных и зарубежных классиков литературы из списка Путина. 5 лет назад президент предложил сформировать перечень из 100 книг, обязательных к прочтению. Каждый класс выбирает произведение, которое он ставит из этого списка, и прерывает его на самом интересном месте. А после этого говорится, если вы хотите узнать, чем закончилась данная история, читайте соответствующую книгу. Вот такая замечательная традиция родилась у нас в прошлом году. Театральный фестиваль проходит в рамках реализации проекта правящей партии «России важен каждый ребенок». Поддерживают конкурс одаренных детей на местном уровне. Лига женщин Мосдобра взяла под свое крыло инициативу 15-й гимназии. Сейчас вот эти все гаджеты, они захватили наших детей. Конечно, уже детки столько не читают, как читали мы раньше, как нам было это все интересно. И для нас книга была основным, не знаю, я до сих пор только книги читаю, не электронные, а никакие, вот именно книги. И мне очень приятно, что в этой школе так активно к этому подходят. В театральную атмосферу гимназия погрузится на 2 недели после подведения итогов. Для победителей познавательные экскурсии по ключевым достопримечательностям Сочи. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.